жизнь у каждого человека, жизнь в полосочку, как говорят, что приходится пережить очень и очень разные и периоды, и мы, наверное, к этому, может быть, не приучены. И все бывает. Значит, я могу только вам пожелать, чтобы вы выстояли, выдержали, и вы найдете свое место. Знаете, во-первых, я думаю, появляется качество у наших людей очень хорошее. Оно рождается вот в муках такой тяжелой истории нашей сегодняшней, а именно не надеяться на власть. Это первое. А действовать и искать. Второе. Я думаю, должно появиться еще одно очень важное качество. Быть гражданином. И когда вы видите, что власть гнет не туда, и что это оборачивается вот такими последствиями, то не отсиживаться. Гражданин не будет отсиживаться. Это очень сложный, очень болезненный вопрос, кстати. Вы затронули очень такой, это очень много, не только в наших странах, кстати. Во многих странах мира такое происходит. Вот такая обида, понимаете, на общество, что ты был такой, чтобы тебя все любили, к тебе все тебя автограф брали, вдруг ты никому не нужен, и все тебя забыли. Ты представляете, только ты был великий человек, а тут уже никому не нужен. Вот как в жизни бывает. Вот этот самый трудный момент, я еще раз повторяю, в жизни, что ты должен не останавливаться, бороться, что-то искать, доказывает самому себе, что ты нужен, что ты можешь что-то сделать. Объясните простому человеку.